Hamıya salamlar əziz dostlar, mən Viking Sonal, Resident Evil 5 oyuna davam edirik. İndi baxaq görək bu dəfə bizim başımıza nələr gəlir, nələr olur. O boss nə idi ola elə? Dəhşət idi ya. İndi baxaq görək nəyimiz var, nəyimiz yoxdur. Onları götürək. Bunu da götürürəm. Bunu da götürürəm. Şu. Bu güllələr də az da yığmaq. Demək olar ki, yığmaq olmaz. Это и есть Ураборос. Мне страшно за мир, если он вырвется на волю. Чёртов Вескер. Он не шутил насчет уничтожения всей планеты. Иди кера обратно, Гайдах. Опа. Смотри. Стелс-бомбардировщик. Джилл говорила, что Вескер собирается рассеять Ураборос по всему миру. Вот как он намерен это сделать. Вескер, вот он. Пошли бегом. Джилл, как ты? Жива. Не волнуйся за меня. А теперь слушай внимательно, это очень важно. Сверхчеловеческая сила Вескера — это действие вируса. Но вирус нестабилен. Чтобы поддерживать насыщение, он должен регулярно вводить себе сыворотку. Значит, если лишить его сыворотки, он потеряет силу. Именно. Но он только что сделал себе укол, так что следующий понадобится еще не скоро. Черт. Слушай, Эксела говорила, что доза должна быть отмерена очень точно. Значит, передозировка должна действовать как яд. По-моему, она использовала сыворотку PG67AW. PG67AW. Я постараюсь найти, как выбраться отсюда. А вы ищите сыворотку. Эксела всегда держала ее в кейсе. Джилл. Алло. Джилл. Черт. Крис. Это она. Эзинда сахлиермыш, э? Сыграем в доктор. Бомбардировщик. Ты на борту? Он правда собрался на меня? О, боже. Именно. Этот самолет нельзя сбивать. Издеваешься? Если сбить, он станет очагом заражения. Джилл была права. Он хочет распространить вирус по всему миру. Похоже. Все куда хуже, чем я думал. Его нужно остановить прямо сейчас. Геттик. Основная переборка закрывается. Всем покинуть отсек. Внимание! Дополнительная переборка закрывается. Всем покинуть отсек. По алова бизет все янару. Гетти, гетти, гетти. Кашты. Тепесіннен еп. Ағзывы мене ачмала. Нашла. Ууу, некогда гендера. Ирде, феда меня утром, да, ла. Сен меня дим.
Давай! Давайся, зараза! Silah istifadə edən zombilər var. Uy da, RPG ilə vurdular ha. Жуклардан нефрят или ерем. Давай, ясно. Оу. Шева, ясно. Открытие основной переборки. Держитесь от переборки на безопасном расстоянии. Адамын ürəyi partlayır, bunları gözləyənə kimi. Yine жук. Lapo Alien kinosu var, o noktuydu. Ooo, kaç, kaç Allah, kaç, kaç, kaç. Bu adamı tez öldürə biləri. По адаму тутса уже все, да? Miniganlı olanlar bizi konkretlə həşir eləyər. Uf. Əgər siz hiləsiz oynayırsınızsa, daha doğrusu bu hilə sayılmır, amma... Key diyecekti. Neyse gittik. Bakalım görüm neyi götürdü bu bir.
Не могу объяснить. Да, я понимаю. Не расслабляйся ни на секунду. Ага, баштырох. Твоим планам конец, Вескин. На сей раз тебе не скрыться. Неужели вам до сих пор не надоели эти крысиные бега? Лично мне вы двое уже порядком наскучили. Чем ты все это делаешь? Чего ты добьешься, выпустив Ураборос? С каждым днем человечество все ближе к самоуничтожению. Я не уничтожаю мир, я спасаю его. Он рехнулся. Это наш единственный шанс. Давай. Все становится совсем интересно, да, Крис? Ты впрямь думаешь, что способен меня одолеть? Мне все равно, но пока я жив, я не остановлюсь. Тогда придется убить тебя быстро. Вас уничтожу! Nedənsə bu boss mənim həmişə xoşum gəlib də. Adam belə gücü olardı həqiqətən. Uf! Yaman psikoydu ya. Aa, bir imkan verdi ha. Veskere karşı en yaxşı silah bu Magnum'da da. Ваш бой окончен! Я да, Вески. Ну, дала. Терминатор кими гэлэр. Ага. Вескер адам бир тәрелир, ягатан. Тупые кретины! Давай, влепи ему! Давай, давай! Элла! Все. Получилось? По-моему, да. Ah!
Это еще не конец, Крис. Дьявол, он уходит, бегом! Возможно, я недооценил тебя, Крис. Заткнись, Вескер. Тебе уже никто не поможет. Мне никто и не нужен. У меня есть Ураборос. Через 5 минут мы будем на оптимальной высоте для запуска ракет. Ураборос будет выпущен в атмосферу в концентрации мирового насыщения. Ваши жалкие потуги ничего не изменят. Мир будет инфицирован. Наступит эра нового творения, и творцом буду я. Один из отбросов Амбреллы. Ты знаешь, что мы должны сделать. Я постараюсь перехватить управление. Время запуска. Прикрой меня. Через 3 минуты. Осталось опережить, да? Вы за это поплатитесь. Держись. Разгерметизация. Сохранить заданный путь. Gerek ki bunları yığaq. Biri. Ясно. Biri. Okay. Biri. Ясно.
Neyse değişek de biz. Sarşının yok. Дай траву. Держи. Спасибо. Спасибо. Дверь гюрей. Дай траву. Держи. Все. Ага. Надо было сразу тебя убить. Крис. Сам виноват. Все кончено, Вескин. Кончено? Да я только начал. Хочешь понять, Крис? Веришь, что мир заслуживает спасения? Когда урма была рыба? Слишком давно обходилось без прополки. Война и мор. Везде, куда ни глянь, повсюду одни только презренные людишки. Кач. Я он дикетин дагдара. Шишева, просто держись! Стреляй! Он загибля храм. Шишева уже дал тардерю.
все, керпу джатик. Человеческая раса заслужила страшный суд. А ты будешь судьей? Ты откуда таких идей набрался? Из комиксов про злодея? Ага, гелдер, да, бра. Торнадо я разрала, гетьми ура. Дели гус. Душева, стреляй! Давай! Но я тебя зацеплю! Все равно стреляй! Готова, напарница? Готова, напарник. Подавись, Бескин. Твое время вышло, сукин сын. Это за всех наших погибших братьев. Все позади. Да. Наконец-то. Я все чаще задаюсь вопросом, а стоит ли нам бороться?
во имя будущего, избавленного от страха. Да, оно того стоит. Nəsə, məndən bu qədər. Sağ olun, salamat qalın, üzü yaxşı baxın, kanala abunə olun, like atın. Bu bizim final bölümümüz oldu. Oyunumuzu bitirdik. Bundan sonrası Resident Evil 6 ola bilsin ki, başladı. Üzü yaxşı baxın, sağ olun.